И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Космохимик, Фокс, Кейстарс, Крошка-крошка, Гусонек, Венера, Сергей Тайм, ОЛТВ. Скажите классные слова. Всем привет. Здорово, ребята. Всем привет. У нас сегодня будет необычная рубрика, потому что у нас есть мод, который можно машиной управлять дистанционно. Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем дерби на крыше. 3, 2, 1. Поехали. Улетело. Ого, красиво улетел. Yes. Слышь, а зачем ты на крысу тут стоишь? Слышь? Эй! Так, давайте мы его скинем красиво. Так. Блин, это так необычно. Зеленый машина. Вот, с этой стороны можно посмотреть поближе. Тихо! Тихо! Нет, 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 нет! Блин, это было очень близко! Так, а где Максим? Ты уже слился? Нет. Блин, это очень странно. Ты должен нужно был слиться. Так. Я моментами забыл, какая машинка. Блин, машина заглыхает, когда я камеру меняю. Тихо, 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 тихо. Блин, взяли низкие машины, эй. Толкай Диму. Да, ну я выиграю, ты понимаешь, я уже очень профессионально езжу. И знаете, в чем прикол? Вы когда в этом моде, вы не видите, сколько у вас топлива. Можно просто заглохнуть. Отсюда, Дима. Ё-моё, моя машина новая. Да ты жопа. Максим, это ты летишь? Это я лечу. Красавчик. Че, больше еще никто не хочет вниз полететь? Так, Гусунек, ты еще живой? Я уже сдох. Я тоже перепутал назад-вперед и нажал назад. Это так тупо было, ты тоже перепутал? Нет, меня зеленый выкинул. Красиво. А зеленый кто у нас там ездит? Я, Кейстарс. Кейстарс, красавчик. Ах ты, Кейстарс. Смотрите, тут один крысеныш стоит, понимаете? Нет, на Димас ТВ, ну. Давай, красиво поддевай его. Пробую еще разок. Мне кажется, зеленый сейчас улетит вниз. Такое ощущение у меня есть. Во, вот, красавчик. Давай, не останавливайся, пожалуйста. Давай, 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 давай. Давай. Молодцы, давай. Еще чуть-чуть бы улетел вниз. Улетел. Щенок улетел. ЛТВ, как обычно, на крысу играет. Тихо, 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 тихо. Кейстарс почти упал. Давайте, пацаны, я верю. Ну, блин, вот реально можно перепутать назад с передом. ЛТВ какая-то мощная машина. Да, он, наверное, свойства изменил, да, пацаны? Да. А нельзя. Он любит читерить. Он есть такое, да, пацаны? Да. Сейчас сколько вас кину. Вот это ты дрифтуешь красиво на ней. Во, еще чуть-чуть бы и упал. Так, пацаны, я представляю, если вам поменять гравитацию, да, резко? Ой, это будет жестко. В воздухе управлять на дистанционке. Сейчас, сейчас, может, все-таки кто-то упадет из них? На бензин кончился. Во, бывает, все, слился. Почти, окнул. Вот тебе и дрифтовал, ты видишь, допонтовался. Красный тебя сейчас синий скинет на крысу, осторожно. Он может так сделать? Ну, ЛТВ, можно заменить машину. ЛТВ крыша. Крыша? Может, крыса? Дим, я думаю, что уже пора усложнять все. Согласен, я думаю, что уже пора. Будет пытаться вытолкнуть. Ой, смотрите, как красиво. А это была подпись, я ждал, когда кто-то разгонится. Понты хорошего не приводят. Я управлять не могу. Давай, давай. Давай. Заглохлые машины борются. Стой, стой, куда? Куда ты, что ты делаешь? Все. Есть победитель, который лобает красивый брейк. Аж колеса оттопырю. Раунд номер 2. Я взял вот такую вот машину, которая имеет два ведущих моста. Передний и задний. У меня будет очень сильное преимущество. Я готов. Поехали. Так, надо очень аккуратно управлять машиной. Сейчас я привыкну. Первый раз не получилось. Перепутал педали немножко. Ой, управление. Прикольно. Торчит. Смотрите, я всех раскидываю. У меня очень мощная машина. Да блин. Что тут происходит? Блин, управление не понимаю. Пацаны, реально за парки. Тяжело. Я как щенок раскидываю всех, смотрите. У меня очень большое преимущество. Мелкую. Надо мелкую скинуть. Я буду топливо беречь. А че вы к мелким лезете? Ну а че вы взяли маленькие машины? Давайте Димас. Дима нет. А ты на вот этой вот такой крутой тачке, что ли? Я на оранжевой. Нет! Нет. Красный. Блин, я перепутал педали опять. Я тоже путаю. Скидываем. Сложновато. Особенно, когда машина стоит к тебе передом.
Во. Этого пора щенка скинуть. Нет, ох и мощь у меня. Почему я раньше эту машину не брал? С виду такая невзрачная, но топит нет, хорошо. Мне не надо. Так, что пока мы здесь постоим. Тут, во. Сейчас, я подловлю кого-то. Смотрите, кто-то будет проезжать. Я его просто скину. Стоять, щенок. Опа, сам упал. Эй, отстань. Так, надо оранжевую машину скинуть, чувствую. Эй, не надо. Давай. А пожалуйста, я тебе чуть-чуть. Отстань, Дима. Да у меня не сильно мощная машина. Наверное, Димас ТВ. А, вот тут, да, вы стоите, хорошо. Ну, Димас, не крыса, не крыса, убивай, не крыса. Ну, Димас, ребята, двоих фиганул. Вот это класс, я сейчас рекорд поставлю по скидыванию машин. Ну, Санёк, ну отстань. Я хочу этот. Очень далеко, но бросать нельзя. Кого ты, меня хочешь? Нет, 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 я висю, я висю. Не скидывай. Блин, я так красиво начал. Я отыграюсь, пацаны. Так просто я не оставлю, я запомню, кто это сделал. Это на то, что ты меня вкинул, понял? Давайте этого карчика скидывайте. Он вообще, смотрите. Не могу. Что ты за челепиздрик тут ездит? Челепиздрик. Больше тебя прожил, но вот ты. Ну тебе повезло. Блин, почти. Мне кажется, уже скоро можно будет менять гравитацию. Не, давай посмотрим. Кто-то по-любому еще упадет. Тот один еще упадет, тогда начну отключать. О, во! А, ладно, нет, заглохло. Давай, ты сможешь. А, Максим, я в тебя верю. А у тебя опять заглохла машина. У меня подвеска подводит. Пошутил. А все, уже менять нельзя. Она прям... Давай. Максим! Да как ты его не скинул? Так, отходим. Покажи вещи. Управлять тяжело, если с места не двигаться. Стоп! Ты что сделал? Я ничего не сделал. Госуня, когда ты на синей машине? Я. А что, ты еще не сдох, что ли? Да. Хорошо, тебе везет. А что вы замедлились? Давай. Во, Максим, давай, перепутай. Да как тебе так повезло? Молодец, красавчик. Очень, я прям с землей еду вместе. Так я вижу, как искры фигачат. Пацаны, я предлагаю вам скинуть сначала Максима. О! Тихо. Опа, Дима! Да я хотел, чтобы ты упал, но что ты не упал? Ой, это что у вас за странные действия? Этот танцует вообще в каре. Отстаньте. А что она не падает? Саня. Тихо. Ого, все. Красиво. А говорил, не умеешь так на машине делать. Смотри, как красиво. Все, выровнялись. А, спасибо, Дима. Ты сделал. Он нам лучше. Дима, мне-то хуже, я не могу нормально ездить. А, хорошо. Стой. Это уже лучше. Лучше, да? Ух, красиво, пацаны. Все, не останавливайте, давайте толкайте его. Тихо, не заказывай. Управление. Пацаны, прикольно получается, что гравитация маленькая, еще и управлять надо фиг пойми как. Во, красиво поддел. Молодец. Летай. Тихо. У меня перед очень узкий, могу так вот делать. Ой, оба. Я вас немножко поподкидывал, пацаны. Я не знаю, через меню вроде бы видно, как они подлетают. Я ж камерой вниз залетел. Притягивает. Все. Так, пацаны, сейчас будет кардинальное изменение. Блин. Стой, куда? Ну вы же медленно подлетели, красиво все? Да. Я уже продолжу. Во. У меня УПВ в машине сидит. Давайте, пацаны, топливо ж кончится, вечно вы ездить не будете. Да, я еще давай гравитацию 50. А я ничего не делаю. Вот, смотрите, все, решающий момент. Максим, успокойся. Саня, на месте сиди. Да хорошо, буду. Ну, давай. Во, вот так, давай. Попадаемся. Борьба. Все, переборол, крась. Слышь, типа, на щенок. Он тебя выкинул, короче, ты проиграл борьбу быков. Это было прикольно. Так, смотрим дальше. Тихо.
Тихо, во-во-во, давай, на сопельках. Кто победит? Интересно, кто выиграет. Да, там еще этот, мелку, какашку. Черепистрик. А, вот еще стоит молекула. Сейчас тихо. Сейчас Лики пойдет. Я рабочий, работаю 3 года. Без зарплаты. О, смотрите. Земля в иллюминаторе видна. Прощай! Красиво, да, пацаны, улетел просто? 1-1. Ну что, осталось 2 человека. Ум против силы. Кто же выиграет? Я ум, он сил. Вы всегда же боретесь? Теперь интересно, кто же из вас будет победителем? Я а ну сделай вообще гравитацию 1. На льву. Он танцует. Сила есть, ума не надо. Спасибо! Я пощадил, ладно! Ну блин, это нечестно. Таранево. Все, Кейстарс, давай бодаться. Ну как, я тебе выиграл, блин. Во! Давай. Не останавливайся, просто не останавливайся. Да-да, потом резко остановись и все. Все, типа щинно. Ох ты молодец. Во, вот это ошибка, нельзя крутиться. Кто играет с низкой гравитацией, знает эту фишку. Ой, все. Во-во-во. Ну. Блин, вот кажется, что вот-вот-вот и начнет лететь. А там уже как-то не контролируется, да? Оно само уже начинает крутиться, вертеться. Вот ошибка была, гусань. Так, я не понял. Я ум. А, ты ум? Ну вот посмотрим. Да. А он умом. Сила. Тихо, стоп. Все, стоим на месте, стоим на месте. Я сейчас туда залечу и вообще, типа, ой. Застрял. А нет, не застрял. О, застряли, да, застрял. Диму усложняй. Так, Кейстарс, давай. Так бесконечно сажаться. Давай без. Не, я хочу, чтобы это было красиво, ты не понимаешь. Тихо. Оставь гравитацию, не повышай. А в куда? Окей, Саша, полетел. Снится нам дрома космодрома. Нормально, да? Нормально, можешь понять, а все, Кейстарс. А ничья. Это ничья. А нет, я выиграл. Блин, вот это было красиво, пацаны. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока.